У Любочки и Степаныча нашелся хозяин. Как городские символы стали частной собственностью, что грозит тем, кто решит сфотографировать знаменитые скульптуры. Реконструкция для бизнеса, из-за чего предприниматели в Омске готовы свернуть свое дело. 28 лет спустя разрушительное землетрясение вспоминают приехавшие в Омск армяне, как сложилась судьба беженцев. Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.